Самый необычный метрополитен Украины находится в Кривом Роге. Его уникальность в поездах, а точнее в составах, которые обслуживают подземку. Это самые обычные трамваи. Правда, метрополитеном этот вид транспорта официально не называют. Он носит название «Криворожский скоростной трамвай» или же «Метротрам». А вот в реальности это транспортная система подземного трамвая, которая сочетает особенности метрополитена и, соответственно, трамвая. Длина линии 28 километров. На ней расположены 30 станций. Из них под землей почти 7 километров. С четырьмя станциями. Работает метротрам с 1986 года.